Спорт для детей на Ореховой сопке стал доступнее. В этом учебном году открылась новая бесплатная секция по тег-регби. Здесь готовы тренировать детей с первого класса. Подробности в сюжете Максима Ванакова. Тег-регби – это безопасная форма регби. Здесь исключены какие-либо контакты между игроками. Основная цель игры – двумя руками опустить мяч на землю в зоне соперника. Мне понравилась, ну, вообще сама игра, там можно забивать голы. Ну, скорость главная. С этого учебного года в ФОКе на Ореховой сопке открылась бесплатная секция по тег-регби. Туда берут девочек и мальчиков с первого класса. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Спорт. Норма жизни». Также в ФОКе на Ореховой сопке ребенок может заниматься и плаванием. Программа рассчитана на 36 часов. Это 3 месяца занятий по несколько раз в неделю. Регулярно, да, посещение ребенка, он как минимум научится навыкам держаться на воде, а как максимум он сможет овладеть техникой плавания кролем на груди, на спине. Сейчас плаванию обучаются порядка 120 школьников. Здесь тренируются дети с 7 до 9 лет. Я сначала не умела плавать, а потом уже научилась, и они мне помогли. Итогом 36-часовой программы станет спортивный фестиваль «Я умею плавать», где его участники покажут свои навыки, а также смогут выполнить нормативы ГТО. Максим Ванаков, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Кроме тег-регби и плавания, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Ореховой сопке ребенок может заниматься волейболом и баскетболом. Эти секции также бесплатные. Чтобы записать ребенка родителям, необходимо позвонить по номеру 47 25 01.